Предлагаем вашему вниманию спички охотничьи, производство город Балабаново. Производитель утверждает, что спички горят от 8 до 10 секунд в любой среде. Влажной, при сильном ветре, и даже если они упадут в воду, что мы в принципе сейчас и проверим. Берем одну спичку и бросаем ее в воду. Здесь, как видите, у нас вода, в которой спичка у нас свободно плавает. Спичка, наверное, уже накупалась, набрала влаги в себе. Отряхаем лишнюю воду и пробуем ее поджечь. Спичка зажглась с первого раза. После воды она возобновляет свое горение, что, в принципе, и заявлял производитель. Время горения спички вы засекли, то есть производитель нас не обманул. Рекомендуем спички охотничьи, производитель город Балабаново.